Сергей, привет, не буду отнимать много времени у тебя, вижу, что ты устал. Не скажу, что самая лучшая у вас игра сегодня получилась. У вас все меньше и меньше людей на скамейке. Расскажи вообще по матчу, как он проходил, как он складывался для команды. Ну, матч для команды складывался очень тяжело, как вы видели. Очень маленькая у нас скамейка. Сил не хватает, приходится бегать по 40 минут. Дело в том, что у нас травмировались игроки. Того же Мазура вы видели, нету. Александра Кованева, у него операция была. Сейчас очень тяжело, но мы готовились. Отрабатывали сегодня... Достигли той цели, к которой мы стремились, пропустить меньше. Мы обычно пропускаем в районе 70-80 очков, сегодня 52, это хороший показатель. Начали лучше защищаться, ну, в нападении, конечно, получается хуже, но все же выиграли. Команда молодцы, соперников. Я заметила, что у вас тренер поменьше начал кричать. Это связано с тем, что Мазура нет. Обычно Мазуру достается большинство замечаний. Нет, Мазур такая часть нашей команды, как и все игроки. Просто мы, наверное, сыграли лучше, из-за этого меньше вы слышали критики в свою сторону. Сергей, ты основной лидер команды, набрал сегодня 30 очков. Как ты индивидуально оценишь свое выступление в сезоне? Уже большая часть сезона регулярного прошла. И какие надежды на плей-офф? Ну, мы рассчитываем выйти в плей-офф. Сейчас очень важные игры в плане выхода в плей-офф, эти, которые у нас остались. Свои силы, ну, вначале было тяжеловато, сейчас получше, набираю немножко форму. Так, в принципе, неплохо. Все, удачи, спасибо. Спасибо.